Вопросы контроля качества и безопасности продуктов питания от местных производителей обсудили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике. В этом году специалисты регионального Роспотребнадзора проверили 233 предприятия, занимающихся производством пищевых продуктов, и свыше 500 школ и детских садов, куда они поставляются. Не везде продукция соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В основном фиксируются нарушения технологических процессов, есть замечания по обеспечению безопасности производства. Производители не осуществляют должный контроль за ходом производства, соблюдением технологических процессов, не выявляют критические контрольные точки и не проводят в полном объеме производственно-лабораторный контроль в стадии производства пищевой продукции и конечного результата, то есть самого готового продукта. Глава региона Олег Николаев поручил Роспотребнадзору и Россельхознадзору республики оперативно предоставлять информацию о нарушениях, чтобы вовремя принять меры.